Найдите длину наименьшего периода десятичного представления дроби 1/31. Ну что такое длина периода? Это порядок числа 10 по модулю 31. То есть наименьшее натуральное число r, для которого 10 в степени r минус 1 делится на 31. Соображаем. По малой теореме Ферма, потому что 31 простое число, 10 в 30 это единица. У числа 30 есть делители. 1, 2, 3, 5, 6, 10. 15 и 30. Ну, давайте посмотрим. Понятно, что единица – это не порядок, двойка тоже не годится, потому что 100 минус 1 на 31 не делится. А вот другие числа имеет смысл проверять. Давайте сделаем так. Просто начнем возводить 10 в степень, возведем в 15 степень, потому что тут достаточно большая. И дальше посмотрим. Для того, чтобы возвести в 15 степень, самое разумное это вот что. Надо посчитать в первой степени, в квадрате, в четвертой степени и в восьмой. И потом перемножить результаты. Каждый раз надо брать остаток и делить на 31. 10 в первой степени это 10. 10 в квадрате это 100. 100 минус 93 – это 7. 7 в квадрате – это 49. 49 минус 31 – это 18. Или, если угодно, то же самое – это минус 13. Значит, здесь у нас будет 13 в квадрате, то есть 169. Так, 31 умножить на 5, давайте считать. Ну, кстати, проверим гипотезу, является ли тройка порядком. 10 умножить на 7, это 70. 70 минус 1, 69. 69 на 31 не делится, значит, тройку тоже зачеркиваю. Хорошо. Проверяю, пятерка является или нет. Для этого надо 10 умножить на 13. Получается минус 130. Если бы минус 130 было бы сравнимо с единицей, то 131 делилось бы на 31. Это, конечно, чушь, потому что 100 на 31 не делится. Значит, пятерка тоже не годится. Хорошо. Теперь пойдем на подвиг. Перемножим все вот эти вот числа, чтобы получить 10 в 15 степени. 10. 6 не проверяли. Что? А я не обязан проверять все подряд. Я проверяю те, что легко, быстро проверяются, потому что вот если мне сейчас повезет, и если получится единица, то я 6 уже и не должен буду проверять. Потому что если в какой-то степени единица, то порядок является делителем этого показателя. 10 надо умножить на 7, еще надо умножить на минус 13 и на 14. Как бы это побыстрее сделать? Я, например, умею умножать 7 на 13. Это получается 91, даже минус 91. А минус 93 минус 91 – это 2. Значит, вот это вот произведение – это 2. Замечательно. 2 умножить на 14 – это 28. Правильно? Значит, это получается 280. Вот если сейчас окажется, что 279 делится на 31, то это будет хорошо. Но это 9, действительно 9. Таким образом, 10 в 15 степени сравнимо с единицей по модулю 31.
Значит, порядок является делителем числа 15 и при этом не равен единице тройки пятерки. Значит, 15. Длина наименьшего периода дроби 1/31 это 15. Заметьте, между прочим, 15 число нечетное. И мы заодно доказали такой забавный факт. Когда напишете число единица, сколько угодно нулей и единица, то такое число не будет делиться на 31. Понятно почему? Потому что если бы делилось, то у нас была бы такая штука. 10 в какой-то степени, количество нулей и единиц, плюс 1 сравнимо с нулем, так? То есть 10 в степени а сравнимо с минус 1. Так? Ну а если 10 в степени а сравнимо с минус 1, то 10 в степени 2а сравнимо с 1. И значит 2а делится на порядок. То есть 2а делится на 15. Если 2а делится на 15, то и а делится на 15. И здесь получилось бы, что не минус единица, а единица. Так вот, из просто нечетности порядка получается, на первый взгляд, странно выглядящий факт. Что никакое число вида единицы, много нулей единица, на 31 делиться не может.